летний отдых или курс по выживанию. 6 детей из Ненецкого округа, организованно отдыхающие от Ненецкого автономного округа в санатории Бемлюк в Краснодарском крае, подают сигналы СОС своим родителям. Те, в свою очередь, бьют тревогу на уровне региональной власти. Подробности в следующем материале. В Ненецком округе многие годы действует программа по организации летнего отдыха детей. В анапский санаторий «Бемлюк», который по отзывам казался очень хорошим, организованно были отправлены 6 подростков в возрасте от 12 и до 15 лет. Ну, на выходных ко мне обратилась жительница нашего округа. Ее ребенок в пятницу в составе группы из Наринмара вылетели в санаторий «Бемлюк», город Анапа. И от ребенка стали поступать жалобы о том, что не очень хорошо кормят, плохо обращаются с детьми. В принципе, условия содержания как бы не соответствуют нормальным. Александр Чурсанов сразу же сообщил об этой проблеме уполномоченной по правам ребенка в Ненецком округе. Вчера я вела переговоры со своей коллегой из Краснодарского края. Отправлено уже ей обращение официальное. И, в общем-то, меня заверили, что в очень скором времени будет проведена проверка с подключением Роспотребнадзора города Анапы и прокуратуры города Анапы. Кроме жалоб на питание и персонал, дети также жалуются на то, что им мало разрешают купаться в море. Санаторий «Бемлюк» был выбран на основании открытого аукциона, который выиграла организация санаторного объединения. Все требования для участия в аукционе были соблюдены, включая наличие лицензий. Требования, которые были прописаны для приезда детей, они соответствуют требованиям санпинов, в том числе и питание, которое там организовано. Поэтому, исходя из той информации, которую мы сейчас получили, принимаем решение отправить проверяющего для исполнения контракта, который подписан 14 мая. По результатам проверки уже будет приниматься решение. При неисполнении условий контракта его, конечно же, расторгнут. Но отправят ли детей обратно в округ или сменят сам санаторий, пока непонятно. Решение будут принимать на основании результатов проверки. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север».